Один израильский бизнесмен, у которого был компаньон-хабадник, вместе они должны были заключить какую-то сделку. Хабадник говорит: без благословения Рэбби я не иду. А еврей говорит: ну, при чем здесь это, зачем, нет, я... Но хабадник настаивал, в конце он согласился. И когда они были в Америке, они пришли к Рэбби, он, как это обычно, на раздачу долларов. Рэбби дал доллар, сначала хабадник был первый, дал ему доллар, дал благословение на сделку. Потом взял доллар давать еврею, бизнесмену, но остановился и говорит: я вижу, что ты не обрезан, и я тебе поэтому не даю доллар. Но как только ты сделаешь обрезание, я тебе дам этот доллар. Дам доллар. Прошло больше 20 лет. В Фархабаде свадьба. Хабадская свадьба обычно. Но на ней, на свадьбе, это выделяется один человек. Ну, внешне выделяется. Не одет не так, как принято в Хабаде. И кипа такая маленькая, почти незаметная. Ну, один из гостей спрашивает: ну, как ты сюда попал, что какое-то отношение имеешь? Он говорит: я отец жениха. Как? Он сделал чу. Я не согласен, но на свадьбу я пришел. Ну, они разговаривают дальше. Рожают, этот еврей говорит: да, я даже не обрезан. А рядом стоит Моэль и слышит их разговор. И говорит: ну так, если не обрезан, давай сделаем обрезание. Нет, 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 я не согласен. Ну, как хочешь. Вот тебе моя визитная карточка. Как только ты решишь делать, я всегда к твоим услугам. И через несколько недель этот еврей звонит Моэлю. Говорит: я все проверил, узнал, расспросил. И понял, что это дело полезное. Поэтому я решил сделать. Ну, организовали брит, миньян, все как положено, все сделано. И Моэль думает: ну, надо как-то поощрить еврея. Решился сделать обрезание в таком возрасте. Но что я могу подарить? Нечего мне подарить. И вспомнил, что у нее есть доллар Рэбби в кармане, который он когда-то получил от Рэбби. И он достает этот доллар и говорит: я хочу подарить тебе доллар от Рэбби в честь того, что ты сделал сегодня обрезание. И когда этот еврей увидел этот доллар, взял его, стал плакать. И объяснил, почему он плачет. Рэбби выполнил свое обещание. Как только он сделал обрезание, сразу же Рэбби передал ему доллар.